Всем-всем наидобрейшего денечка. Сегодня буду жарить грибы. Свои выращенные грибы называются иринги. Такие вот толстенькие. Покупала грибницу. Думала, то есть, ну, навряд ли. Но вот первый мой урожай еще растет. Там на подходе много. Но вот первые 5 таких вот толстеньких-толстеньких грибов. Кто хотел попробовать, пробуйте. Получается. Прям нормально. То есть на одну жарешку вот таких 5 грибов хватит. Ножки очень толстые и растут очень быстро. Ну, вот какие грибочки внутри. Видите, прям мясистые, мясистые такие. Шляпки я решила не резать, такими целенькими оставить. А все грибочки вот так вот порежу. Бросила лучок обжариваться. Люблю побольше лука, но у меня одна луковичка. Поэтому сколько есть сегодня. Отправила грибочки к лучку. Естественно, это все на растительном масле. Пусть пока немножко обжарится, а я поищу, есть ли у меня картошка. Нашла у себя пару картошек. Тоже нарубила туда, можно сказать. Потому что не сказать, что прям порезала. И добавила еще пару ложек топленого масла. Но и остается жарить, пока не пожарим до готовности. И не забываем подсолить. Все уже поджарилось. Хорошо, что оставила шляпки целенькими, хоть видно. Все уже готово. Можно снимать с огня. Запах стоит очень-очень даже вкусный. Все готово. Я уже попробовала. Не знаю, с чем сравнить эти грибы и ринги. Они плотненькие, вкусные, ароматненькие. Не сказать, что прямо много-много сильно аромата, но аромат есть. Мне кажется, что из них будет очень вкусно грибную икру делать. Мне кажется, будет вообще супер. Потому что они сильно не увариваются, сильно не теряют в объеме. То есть будет делать очень даже удобно. В общем, кто думал, выращивать дома грибы или нет, всем советую. Я выращивала на крыльце, но кто живет в квартирах, говорят, что выращивают под раковиной или под ванной. Так как там темненькое и прохладненькое и влажненькое место. В общем, всем советую. Приятного аппетита. Пробуйте. И все получится.